Вестник Северодвинска о спорте. Открытый кубок Северодвинска под тхэквондо прошел в спортзале детско-юношеского центра. За кубок новичка боролись 132 юных бойца. Разыграли 20 комплектов наград. В открытом кубке города приняли участие 132 спортсмена из всех школ Федерации тхэквондо ИТФ Северодвинска и Архангельска. Соревнования прошли сразу на двух татами спортзала «ДЮЦ» и включали в себя спарринги и формальные комплексы. Особенность традиционная этих соревнований, что в рамках городского первенства у нас обязательно проводится кубок новичка. То есть в отдельную категорию выделяются спортсмены-дебютанты, для которых это первые в жизни соревнования. Среди новичков весовой категории до 35 килограммов свою первую победу одержал Марк Маурин. Михаил Лычагин завоевал дебютное золото в весовой категории до 40 килограммов. Расскажи подробнее, как бои вел? Я вел хорошо бои. У меня было два соперника. Я хотел идти на тхэквондо, потому что там были мои друзья. Друзья? Да. Ну а сейчас занимаешься, друзей, наверное, стало еще больше? Да. В самой многочисленной категории у более опытных бойцов в весе до 35 килограммов победу одержал Антон Васильев. В весовой категории до 40 килограммов не было равных Владиславу Тельтевскому. Еще одна интересная особенность данных соревнований – это судейская практика ведущих бойцов города. Ну что, легче судить, либо самому выступать? Ну, мне, конечно, было привычно выступать в ринге, а тут мне предоставилась честь посудить. Для меня это очень интересно, и я хотела это уже давно, потому что я смотрела, как другие судят меня, и мне хотелось попробовать себя в этой роли посудить. В наиболее сложных разделах формальных комплексов победу одержал Олег Давыдов. Стоит отметить, что Кубок города прошел на высоком уровне, без единой травмы и протеста. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.